зрителям было удобнее аплодировать. В категории группа «Взрослые любители стрип-дэнс» награждается группа Кулько Ольга, Лавакова Ольга, Михель Оксана, Матохина Наталья и Мадебура Карина. Поздравляю, девчонки! Спасибо вам! А теперь внимание, все участники первого отделения сделают несколько шагов назад, а вперед на авансцену выйдут участники батла. Приветствуем вас, наши герои, герои сегодняшнего дня. Вперед на авансцену, выходите, вас ждут награды. Хип-хоп дети награждается Лиза Ветряковская. За участие в батлах в категории хип-хоп дети награждается Женя Засенко. Награждается Денсер за участие в категории батлы хип-хоп ювеналы. Хип-хоп дети. В категории батлы хип-хоп ювеналы начинающие награждается диджей за участие в батлах. За участие в батлах ювеналы продолжающие награждается Дашка Барашка. В категории батлы хип-хоп ювеналы продолжающие за участие награждается Ева Уотер. В категории батлы хип-хоп ювеналы продолжающие за участие награждается участник под ником Юрген. В категории батлы хип-хоп ювеналы награждается Карамелька. За участие в категории ювеналы продолжающие награждается Ляшка. За участие в категории батлы взрослые награждается Иванченко Женя. А теперь внимание! Награждаем победителей! Лучшие из лучших, достойны ваших аплодисментов! За занято первое место в категории батлы дети награждается Клубничка! В категории «Батлы хип-хоп ювеналы» продолжающие занятое первое место награждается Маюшка. В категории «Батлы взрослые» занятое первое место награждается Морозов Игорь. Thank you.
приходите к нам на наши мероприятия, о которых почитать можно на сайте dancemodern.org.ua.